что, на улице стемнело, ветерочек усилился. Ну, не видно, блин, ну не видно, что реально там. Вот камера, она не передает, что там тучи такие вот серо-черные какие-то. Сейчас вот не сильно прям колышет. То есть оно то очень сильно колышет, то затихает, то опять сильно колышет, то затихает. И только что я смотрела в окно, вот тучи, ну вот небо, оно черно-серое. Ну, я не знаю, либо у меня так камера снимает, либо потому что здесь лампа горит, оно так обожают люстры, она такая красивая. Мне кажется, она просто идеальна для кухни. Вообще, в этой квартире мне очень нравятся люстры. Вот. В общем, оно не передает, но на улице стемнело, и на улице стали колыхаться сильно деревья. Сквозняк, шторы двигаются. Закроешь, правда, душно в квартире очень. Вот. И поэтому хотя бы на кухне я приоткрыла окно. И шторы колышатся. Вот. Ну, короче. Да, это не тот тайфун, который был несколько дней тому назад, но, тем не менее, я не пойму, то ли это тоже что-то там подобие тайфуна, то ли просто сильный ветер, то ли это просто тайфун не такой сильный. Что 7 дней? Тому назад он был. Тайфун? Да нет, не 7 дней тому назад. Я считала. Не 7 дней тому назад, нет, в четверг он был, а сегодня понедельник. Прошла пятница, суббота, воскресенье. 3 дня. Вот сегодня 4-й день, понедельник. С того дня, как был тайфун. В четверг он был. В четверг будет ровно неделя. Так вот. Потому что на следующий день, когда, получается, в среду сказали, что будет тайфун в четверг, и сказали, что можно детей вести, можно не вести. Вот, как хотите, типа, на ваше усмотрение. Что не было указа прямого, что, типа, нельзя идти в школу. А на следующий день бабушка Рая написала, может, не вести Дамира в школу после тайфуна. Это был четверг. Так вот. Либо это просто в Приморье такая осень. А для меня осень в Приморье впервые. Я не в курсе климата здешнего осенью. Я попала под зимний климат, под весенний и под летний. Осенний климат для меня это последний климат, который я застану здесь. Вот, потому что его я еще не заставала. В зиму-то я приехала уже в феврале сюда. Пускай в конце зимы, но тем не менее. Ага. Еще, да, еще посмотрим, как бы, как оно в декабре, в январе, потому что зимой мы приехали уже в феврале сюда, вот. А вот осенний климат мы еще не заставали, посмотрим, как оно может, это просто действительно такой вот климат. Приморье, такая природа, я пока этого не знаю, вот. Все, покушали очень вкусно кашки, сейчас буду мыть посуду, готовить ужин.